Элита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3. Опять Ведьмак 3. Очень интересная игра. Очень интересная. Что это было, я не знаю, я. Ну ладно, так, мы нашли убитого грифона. Это самочка. Теперь нам нужно найти самца. Поймать его надо. Сначала мы выполним задание. У нас очень много интересных задач. Интересных и оригинальных. Во-первых, нам нужно собрать меч. Также, видите, у нас мы прочитали книгу, да, и мы можем найти еще что-то, какое-то сокровище. Школы змеи. То есть у нас есть меч, рецепт школы змеи, и еще можно что-то найти. Также у нас почти готовое зелье. Нам нужен мозг. С этим проблема, я не знаю, где его взять. Она его не продает. Можно попробовать сюда вот сходить куда-нибудь. Давайте сходим. Я думаю, это единственный вариант. Давайте попробуем. Мне кажется, должно получиться. То есть... Довольно хорошее начало было у нас. Дубль 2. О, смотрите, а после загрузки спала у меня отметка. Ну ладно, в принципе, наверное, это нормально. Давайте мы сейчас отсюда выберемся. Как-то отсюда уйти нам. Интересно, а если бы я упал на лошади, что бы было? Она бы... Она бы погибла. Поехали, братюня, где ты? Но. Сейчас быстренько добежим. Я говорю, очень сильно... Давай. А, смотрите, лошадь останавливается. Офигенно придумали. Умато придумали, то есть она перед обрывом просто останавливается. Здесь мы были, да, здесь мы были. Это, по-моему, где мы зачищали, да? Убивали... Кого там убивали? Призрака, духа? Ну, пожалуйста. Здесь я был. Да, 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 мы здесь появились, когда вылезли из пещеры. Дайте мне мозг. Мне не хватает мозга. О, вот они. Ла-ла-ла. Так, нам нужен огонь. Теперь здесь по-любому мы должны найти мозг. Я думаю, шанс, то, что он выпадет, огромен. Эй, говноеды. О! Опа, хорош. Тихо, тихо. А что вы нападаете толпой-то? Тихо, тихо. Кто орёт? Чего уж ты орёт? Так, у нас сейчас... Ох, получилось, хорош, ладно. У нас стала атака сильнее, это хорошо. Вот он, мозг. Утопца. Почему утопца? Я бы назвал бы утопленника. И мы еще при этом какое-то сокровище найдем. Хорошо, мы нашли мозг. Почти. Фу. О, файер! Ай, сука! Да дай мне поупендриваться. Все, убили, отлично. Хорошо, смотрим, что мы подобрали, что не подобрали. Почему он не отмечен на карте, я не понял. Подбираем мозг. Все, великолепно. Мы выполнили миссию. И можем пойти сделать себе оружие. Сначала мы здесь все соберем. Здесь какой-то клад. Или что там охраняли они. Проверяем. Ничего не потерял. Так, вот у нас все лежит. Куча мала. Ртуть. Вот сапоги. Серебряная руда, то что... О, чертеж, так, болт, танцующая звезда, что такое? Потом посмотрим. Потом все посмотрим это. Так, длинный меч, дерево, о, как хорошо. Отвар. Потом бабло. Я не могу этого не сделать. И все, в принципе, да? Все, здесь мы все подобрали, как я понимаю. Это мы подобрали, да? Не, смотрите, не все. Скушаем тогда пока хлебушек.
Сырое мясо мне не нужно. Уберем сырое мясо. Видите, как удобно, когда я подбираю это, поднимаю еду, он автоматом переключает и показывает, что можно поставить в это место. Очень такой дешевый. Вот хлебушек. А, он, наверное, говно. Ну ладно, пойдет. Подгоревший хлеб. О, ну ладно. Так, что еще валялось, да? Что там валяется? Это бочка. А, ее только взрывать, по идее, можно. Да. Ну, такая бочка не нужна. Ну что ж. Что там было? Подожди, подожди. Ладно, посрать. Очень хорошо, очень хорошо. По идее, давайте сейчас мы глянем. Мы можем сделать теперь ласточку. Где алхимия? Алхимия. А я сам могу сделать ее? Да, кошка. Что за кошка? Позволяет видеть в темноте. Этого я еще не читал ни разу. Прикольно. Так, ласточка, я сохранился, да? Успешная работа, хорошо. А интересно, а может быть такое, чтобы не получился раствор? Мне кажется, может быть такое. Нажимаем В, нет, не успел. Ну все, пойдемте отдадим эликсир, потом сделаем себе оружие и профит. Вот он. Собрать коллекцию карт, пропавшей без вести. Сокровища, вот, вот мы сходим за сокровищами. Сделаем меч и сходим, соберем сокровища. Нам нужно еще оружие, доспехи. Хорошо. Поехали. Так, все, подготовили. Смотрим, куда надо идти нам. Куда надо идти? Ой, как далеко. Где я вообще? Нормально, сюда вот быстренько сбегаем. Поехали. Отлично, все. Поскакали. Нет, она не пройдет, да? Ну давай, давай, давай. Быстрее. А! Да, я не в ту сторону побежал, ну ладно. То есть у меня был выбор, или побежать до первого столба, или так добежать. Но мне кажется, мы так добежим быстро. Давайте добежим. Нормально. Принести эликсир травницы. Я хочу быстрее сделать оружие. Оружие. Устала лошадка, да? Устает. Все. Ну, недалеко здесь. Так, ничего нового не выросло. Ладно, пойдемте, отдадим эликсир. Да? У меня есть эликсир для Лины. У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения. Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу. Но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно. А, зачесалась, да? Манда зачесалась у нее, понятно, нравится. Короче, все, мы отдали эликсир. Почему-то она сказала, что... Он сказал. Да хватит уже громко так. Он сказал, короче, что через пару дней подействует. Может, это намек, что мы должны потом вернуться сюда через пару дней? И она будет стоять? Да? Манда, так. У тебя есть какие-нибудь травы на подарок? О, нам яд дали. Что найдем? Рецепт дали. Ну что ж, мы, наверное, к ней больше не придем. Яд у нас есть, у нас все есть. Но больше мне от тебя ничего не надо. Так, я бы, наверное, купил спирт, подождите. Спирт. Хотя, ладно. Нам, по-моему, нужен спирт. Просто, чтобы немножко попить спирт. Будь здорова. Ну-ка. Чтобы ничего не потерять. Смотрим. Нам сейчас нужно сделать оружие. Ремесло. Хорошо.
Так, болт. Вот они, военные куртки. Прикольно. Плюс 14. А! У нас третий уровень. А помните, мы покупали, да, куртку? Она очень сильная. Ей нужен четвертый уровень. Так, можно вообще полный сет купить. Это мы сделаем. То есть здесь нам все хватает. Хорошо. Ну, кроме стального. Что это было вообще? А ты что, дурак, что ли? Вы видали, да? Мы смотрим оружие, он ее хлестает. О, господи, дожили. Ладно, как раз нам нужно туда же ехать, да? Сейчас, подождите, нам туда же надо ехать? Сначала надо убить. Надо быстренько тогда сходим сюда вот. Здесь как раз недалеко знак стоит. Сделаем оружие и потом пойдем убивать грифона. Профит. Можно даже ногами сбегать. У нас ведьмак спортивный мальчик. Он. Это там как раз наша новая деревня. Ну, поехали. Хорошо, надеюсь, что оружие мы сделаем. Нам всего хватит. Там деньги нужны. Нам, в принципе, хватает денег. Сюда, да? Да, сюда. Сейчас посмотрим. Ты слышал о бригаде в Рике? Такие, как ты, там служили. Посторонись! Лорайн Карзайн. Свивари. Торпаль Эркери Десма. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вы шпионить или по делу? Мы пришли шпионить. Тупорылая ты свинья. Покажи мне свой товар. Так, у тебя есть, да? Есть, нормально, посмотрим. Поехали, короче. Ремесло. Нам нужно сделать. Самое главное, не перепутать. Нам нужно сделать слиток серебра. Там очень много разных названий. Слиток серебра. Вот, все правильно. Из этого говна мы получим два слитка серебра. Чистое серебро называется. Раз. Но. Все, я получил два слитка серебра. Ла-л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 а. Делаем оружие. Поехали. Изготовить предмет. Отлично. Неудачная работа, да? Ну ладно, посрать. Хорошо, мы сделали себе оружие. И нам нужен еще один уровень, чтобы одеть эту шмотку. Видите, она очень сильная. Плюс 22 разница. И оружие, смотрите. Сейчас я вам покажу. Вы, наверное, не верите, да, в мои слова? Бывай. Ну, на данный момент она самая сильная, но я думаю, в игре будет еще сильнее. Смотрим. У меня сейчас атака, это серебряный меч. У меня, так, 99, да, здесь получается у нас 138, плюс 35 разница. Также там всякие эффекты, типа мощь, модификатор шанса вызвать отравление и смертельный удар. Опыт за смертельный удар. Шикарная тема. Вот смотрим, да, внизу справа. Урон, серебряный меч, 165. 235, вы чуете, да? Запашок нагибания. Так, у меня сейчас холодно, дайте мне одну секунду. Так, все, я закрыл окно. Если у вас жарко, то вы не знаете, какая у нас погода. У нас почти каждый день сейчас 0,5 градусов днем. Ладно, короче, смотрим. Очень хорошо, очень хорошо. Опять книга. Во, смотрите, что-то мы выучили. Книгу я прочитал. Ласточка. О, у нас еще осталась она. Уматно. Так, ускоряет восстановление здоровья. Полученный урон приостанавливает воздействие здоровья. Восстановление здоровья. Ну, понятно. Потом еще разные плюхи. Ну и все, в принципе. Мы сделали себе крутое оружие. А что это такое? Ну-ка, если мы это разберем. Я не могу разбирать? Нет, не могу. Ну-ка, братюня, ты разберешь? Вы шпионить? Сделай дым.
разобрать. Для чего вот это говно, не понимаю. Янтарь, он типа дорогой. Ну, а где подсказка? Я не знаю, честно, разбирать или нет. А его продать можно? Может, его легче продать, реально? О, его можно продать. 129 монет. Ну, потом продадим. Короче, идем, делаем задание. Все очень просто. Получаем уровень. Бывай. Мы сможем одевать новые доспехи с этим уровнем. Много работы нас тут ждет. Нам сюда нужно идти, нет? Варвары. Нет, нам сначала надо убить Грифона. Мы за Грифона тоже можем получить уровень. Знаешь, что бы я сейчас сделал? Я пошел бы еще одно сокровище нашел. У нас есть задание. Чтобы уже все потом на изичах всех убивать. Вот. Охота за сокровищем. Вот что я хочу сделать. Во-первых, что вот это вот такое? Я вообще не помню, где это находится. Я этого задания даже не помню. Нифига себе, недалеко, в принципе. Ну, давайте попробуем, да? Нам всего лишь-то сделать телепортацию, там два шага пройти. Ну же! Поехали. Так, сходим вот сюда вот. Как же не заметил это место, блин. Так, подождите. Вот. Все, поехали. Так. Ну, здесь вроде не сильно далеко. Ну, давайте все-таки позовем лошадку. Ну! Ну, пошла. Поехали. Чутье. Там очень много животных. Сейчас я найдем. Подождите, подождите. Внимательнее, внимательнее смотрим. Очень много деревьев. А так-то смотрите, а хорошо закопали. Это не оно. Давай, ведьмак, давай. Шоколадный глаз, работай. Я немного не понимаю, где я нахожусь вообще. Но это не оно. Но все равно плюшки, плюшки, плюшки. Так, а где сокровище-то? Там лошади у нас. Хорошо. Еще раз, поехали. По идее, как я понял, чем ты дольше держишь свое ведьмачье чутье. Че такое? Че такое внизу? Чем дольше держишь, тем он сильнее чувствует. Блин, я не понимаю, а что такое? Не могу понять. Ну-ка, подождите, если мы сделаем так. А почему он внизу находится? А, смотрите, смотрите, он говорит ниже. То есть на радаре, видите, левее радара написано, что ниже. Здесь может быть спуск есть? Да, здесь есть спуск. Ха-ха-ха! Понятно, надо было просто быть внимательным, на радар посмотреть. Драка будет? А, все, мы пришли. Лёль.
Так, сапоги нашел, хорошо. Вот это мне нравится. Шкура, надо шкуры продать. Чертежи нашли. Чайник нашли. Ну вот это сокровищница, вот вы видите, да, как все красиво сделали. Молодцы, прикольно. Никогда бы не подумал, что он находится в здании. А, я думаю, я сломал эту дверь, думал. Ну еще здесь что-то стояло. Не, денег у нас полно, у нас очень много шкур непроданных. Ладно, давайте посмотрим. Во-первых, пока сделаю здесь огонь. Во-вторых, нажимаем сюда. И поехали. Перчатки лучше, чем у меня, одеваем. Сапоги намного лучше, чем у меня, одеваем. Ну, оружие у меня сейчас самое лучшее. Так, дальше. Топор. А это что такое? Подождите, вспомогательное. О, это что-то интересно. То есть это не серебряное, не стальное, да, оружие, а это вспомогательное. Как я понял, это вообще этот слот. Это, по идее, дополнительный слот. А почему нельзя его одеть? Подождите. А, уровень 4. Надо потом буду проверить обязательно. Мне кажется, это еще один слот. Хотя не знаю. Ну ладно, посмотрим. Так, а дальше у нас что здесь есть? Пивандри и все, да. Потом нашли серебро. Туалетную бумагу нашли. Слиток серебра. Кстати, он нам нужен будет потом. Наверное, когда-нибудь. И всякую фигню. Проволоку. Так, что я еще не пострел? Ну! Вот, все. Так, и здесь у нас что-то я нашел. Это тоже можно продать. Ну, дешево стоит. Значки тоже можно продать. Ну так, неплохо. Ну зато мы нашли сапоги, перчатки нашли. Нормально. В любом случае, потом все это будем продавать. Так, а что я хотел сделать-то? А, мы выполняли миссии, точно. Я хотел сходить в другую сокровищницу. Мы пока сходили в эту. Вот. Сюда я хотел сходить. Закончим давайте эту миссию. У нас уже есть меч, там еще какой-то, может быть, доспех будет. Вот, найти все чертежи снаряжения ведьмачьей школы змеи. Обыскать развалины замка. Он далеко отсюда? О, ну не близко. То есть легче спортнуться прямо вот сюда, вот. Сожженную деревню. Ну давайте. Так, сожженная деревня. Поехали. Где у нас телепорт? Тяжело ориентироваться, где телепорт. Сделали бы хотя бы какую-нибудь отметку заранее. Ладно, поехали. Вот сюда вот. Сожженные деревья. Чего мы там делали? Я вот не помню что-то. Мы вообще были? А, мы здесь, наверное, в самом начале были, да? Ну ладно, неважно, так. Ну поехали. Развалины. Пойдемте развалим кого-нибудь. Сегодня такая миссия, ну в смысле выпуск будет чисто по снаряжению. Там сделали крутое оружие, сокровищницы нашли, сейчас еще оружие будем делать. Ну, что там выпали, там оружие или что там доспех? Берегись, а в лесах скрываются бандиты, называющие себя солдатами Темери. Ну, понятно, короче. Я буду беречь себя. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Что-то нашли. О, сколько красных пятен, а. Так, подожди секундочку. Ты чё... Псина.
Видали, да? Какая мощь. А, нет, это остальное оружие, говно. Я, по-моему, получил еще очко умения. Вот вы видите, да, что мы волков бьем стальным оружием. Это нормально. Теперь нам нужно как-то сюда залезть, как я понимаю. Так, как тут залезть? Простите меня за данный вопрос. Радар показывает, что надо идти прямо в эту точку, прямо направо. Давайте попробуем. Может, как-нибудь залезет туда? Он же, по идее, умеет прыгать. А твоей жопой я сам займусь. Твоей жопой, говорит. Ну, что ты делаешь? Давай! Так, все. Стальное оружие, блин, слабое. О! Нифига, я ему здесь пропечатал. О, какой я сильный! Какой я сильный, гори! Или они просто слабенькие? Нифига, он меня пропечатал. А, он застанил. Видите, он станет. Блок делает. Да господи, ну ты че, дурачок? Слишком легко. Так, во, нашли воду. Здесь вода, это вода, наверное, самая полезная. Нашли какое-то оружие. Еще здесь что-то было, да? Еще что-то нашли. Так, давайте проверим быстренько, внимательно. А с ним можно говорить, лол. А твоей жопой я сам займусь. Нет. О. Он оставил здесь все свои вещи и упал. Лёль. Хорошо. Ну, легкая миссия. Да, не второго уровня, тем более. Я третьего. И, собственно говоря, ради чего мы сюда пришли, по идее. Вот они, плюхи. Так, подобрали записку сразу. Давайте прочитаем, на всякий случай. Подобрали разное оружие, но оно бесполезное. Как я понимаю, здесь лучше всего самому делать или искать такие артефакты. Вот мы нашли еще. Ну, здесь ингредиенты. Вот бутылочка. Так, и мы нашли записку. Вот она. Хорошо. Ну, давайте собирать. Потом посмотрим, что у нас здесь есть. Да я понял, понял, понял. Так, здесь все спокойно у нас. Вот, все, нашли мы чертеж. Отлично. Давайте посмотрим, что мы хоть нашли. Что здесь показывает? Ага. Ну все, здесь нам больше делать нечего. Так, что мы нашли? Мы нашли чертеж. И кучу говна разного. Вот оно, ремесло. Видите, как мы можем много сделать? Зеленые такие надписи. Ну, нормально. Так, это что у нас? А, у нас это было стальное оружие, но мы можем сделать серебряное. Или подождите, серебряное я сделал. Или мы на... А, да, наоборот, у нас есть серебряное, а мы можем сделать стальное. А это что такое? Нифига себе! Нихрена, он крутой! А чё он такой крутой-то? Нифига! Он, наверное, тяжелый. Вес 3. Вес 2, 4. А, понятно, здесь уровень 12, извините меня. Кстати, его так легко сделать вообще. Слиток серебра всего лишь. Два слитка. Фига у него по сравнению с тем, что у меня плюс 90 урона. У меня сейчас вот 138, а здесь 237. Охренеть. Господи Иисусе, за что? Ну, в любом случае, 12 уровень это как до луны. Поэтому мы делаем этот меч. Нам нужен... А, железный слиток, его можно купить. И вот, изумрудная пыль, дорогая тема. Давайте сейчас посмотрим, что у нас там осталось по заданиям.
Тогда предлагаю начать убивать этого грифона, а когда вернемся, сделаем второе оружие. Так, посоветоваться. Ну, пойдемте посоветуемся с нашим корифаном. Где он? Где он? Где? Вот он. И сначала мы пойдем сюда, потом к нему. Хорошо, сейчас тогда выполним миссию. Сразу все сделаем по дороге. Нормально, побежали. То есть мы сейчас сделаем в итоге два оружия змеи. Нет, то уматное оружие, которое мы нашли, но 12 уровень, да вы о чем? Какой 12 уровень? Как небо и земля. Еще, по идее, у нас есть очко опыта, да, насколько я помню. Да, блин. Я даже не знаю, что брать. Хотел бы я вот это взять, накопить, может быть. Или прокачать еще вот это. Увеличится урон. Ну, давайте тогда пока ничего не буду качать, пока просто буду копить. Потом нужно будет прокачаем. У него мы можем купить еще и доспехи хорошие. Дай дорогу, добрый человек. Вон то поле, по другую сторону реки, оно чье? Улет? Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгеардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Ну мы готовы, в принципе, пойдемте. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Так, что... А, нам нужно приготовить эликсир Гром. Ну, давайте приготовим. Там мы уже это все изучили, я думаю. Мы делали эликсиры. Спасибо за обучение. Гром, гром, вот он, гром. Гром гремит, кусты трясутся. Это значит там... Я... Да что надо тебе? А, надо поставить его в ячейку, да? Все, пойдемте. Так. Ну что ж, будем ловить грифона. Ну давайте половим его. Мужики начали. Мне мама не позволяет чужие разговаривать у околицы. Поехали. Ну, он отнекивался, то все. Ура! Кстати, мы как раз за него получим уровень, по идее. Потому что грифон все-таки, он должен быть сильным, крутым. Ну, давай. Все, приехал. Где ты? Вот он.
Так, я не знаю, успеем мы его, не успеем убить, но давайте попробуем речка, успеть. Золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. А, арбалетик нам дали. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Ну давайте, давайте. Я уже нетерпение. Так, грифон, грифон. Выберите арбалет, выбираем. Окей. Сука. Так, подождите, мне надо собраться силами. Во-первых, мне нужен огонь. Огонь у нас есть. А то это нужен арбалет. Арбалет есть. Ну все, я готов. Ну ко мне, бейба. О, хорош. Так. Ну, все, давай. Поехали. Ну давай, братюня. Ну что, ты будешь умирать? Да ты мне ничего не сделаешь. Дали какие куски, а? На, пес. Ну давай, ПВП. Да ладно, ну ты чё? Ну, мразь, ко мне иди сюда, иди сюда. Ладно, побежали. Сохраниться можно? Можно сохраниться. Слишком просто. Не, но у нас долго пробивал. Очень долго пробивал, реально. Я думал, он будет посильнее. Вот они, кровавые пятна. Так, мы потихонечку регенимся. Ну, давайте порегенимся еще. А, псина. О, попал, прикиньте, самый последний момент. Да что ты делаешь, ты дурачок? А, не хватает заряда. Ну ты чё, ну ты чё, ну ты чё, ну ты чё. Ой, как больно, ой, как больно. Да ты чё, ты дурачок что ли? Да не, мы его убьем в любом случае. А-а-а, больно, мне больно! Зараза! Станет меня мразь. Гори, жопа!
Умри! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Например? Удар сверху из восьмой позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Эй, эй, поосторожнее, парниша. Хорошо, нашли мы плюхи. Перья Грифона. Мутаген наконец-то нашел. Первый мутаген. И трофей. Трофей. А я взял трофей? Чуть не... Вот чуть не пропустил трофей, а? А опыт мне дали, я что-то просмотрел? По-моему, дали опыт. Ну хорошо, давайте мы на этом моменте сейчас закончим. Если я вроде все сделал, все подобрал. Убили мы наконец-то Грифона. Сделали мы в этом выпуске новое оружие. Почти готово уже второе оружие. То есть у нас будет два крутых оружия с ядом. И можно идти нагибать. Там осталось одно побочное задание, да? И уже основные миссии будем дальше выполнять. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал, вступи в нашу группу.